понедельник в Самарской области малооблачно, осадки маловероятны. Днем 12-14 с плюсом, ночью 4-6 выше 0. Северо-восточный ветер, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнце, днем плюс 13, ночью плюс 6, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти солнечно, температура воздуха днем плюс 13, ночью плюс 5, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 13, ночью плюс 5, северо-восточный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 37%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.